В Саратове появился первый лазерный кинотеатр. Фильмы можно будет увидеть в формате 4К. На сегодня это самое высокое разрешение видео. Оно превосходит Full HD в 2 раза. В новом зале современные картинки не уступают и качество звука. Кристина Карпова продолжит. Спасибо. Здесь все для удобства гостей. Открытая касса, где можно легко купить билеты. Здесь же неподалеку место для отдыха, исполнено в новогоднем декоре. Здесь можно отдохнуть или же сделать фото на память. 8 залов, каждый по-своему уникален. Детский зал «Кидс», где кресло из всех цветов радуги. Специальный зал повышенной комфортности «Релакс» для большой компании с отдельным лаунж-баром. Конечно, есть и кинобар, но самое главное – это технологические возможности, которые открываются для саратовцев в новом кинотеатре. Зал, который будет носить название «Атмосфера». Зал, в котором соединились две самые на текущий момент инновационных технологий, которые есть только на рынке кинопоказа. Это технология звука Dolby Atmos и технология картинки лазерный проектор 4К. Качество 4К – это современная технология кинематографа. Саратовцы одними из первых в России могут увидеть фильмы с совершенно другим уровнем изображения. Находится новый кинотеатр в центре Ленинского района в торгово-развлекательном комплексе «Тау Галерея». Ну и, наконец, зрители попадают в просторный зал. Экраном садятся в уютное кресло, одевают очки и попадают в мир сверхчеткой картинки. Помимо качественного изображения, в кинотеатре установлена новая современная технология звука Dolby Atmos. Даже на потолках установлены динамики, всего их в зале 64. Каждый воспроизводит свой звук. В итоге в зале трехмерный объемный звук, который охватывает все пространство помещения. Вы не поверите, но иногда зрители поворачивают голову и смотрят, что там происходит за их головой, над головой, хотя на самом деле происходит все на экране. Так что кино стало еще более зрелищным. В кинотеатре уже действуют скидки детям и лицам с ограниченными возможностями. Первые зрители по достоинству оценили новый кинотеатр. Очень качественно, очень даже прям эффектно. Кристина Карпова, Денис Михайлов, Алла Хрунова, «Вести», Саратов.